Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Xiaomi Redmi 10C. Сейчас я покажу вам, как сбросить настройки лицензии DRM на данном устройстве. Для этого мы переходим в настройки, далее проходим вниз, выбираем пароль и безопасность, выбираем доступ к личным данным. Выбираем конфиденциальность и выбираем шифрование и учетные данные. И здесь мы видим наши сертификаты, наши лицензии, и мы можем очистить их. Нажимаем «Очистить», нажимаем «Ок». И таким образом все удалилось и сбросилось. И на этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.